Мир вступил в эпоху цифровой глобализации, определяемую потоками информации, идей и инноваций. Умные устройства становятся все меньше, быстрее, дешевле, мощнее и вскоре окажутся ключом к решению многих проблем. Настало время, когда интеллектуальные цифровые технологии должны помочь сельскохозяйственной отрасли справиться с проблемами повышения производительности труда. Сегодня в программе расскажем, какие инновации для развития своих ферм выбирают животноводы Казахстана. Работать без цифровизации сегодня значит проиграть в мировой конкуренции. Для принятия правильных управленческих решений нужна информация, которая позволяет собирать такие технологии, как высокотехнологичные датчики, GPS-системы и прочее. Ими сегодня активно интересуются современные бизнесмены. Постоянно проводятся обучающие семинары. Наши сельхозтоваропроизводители в этом направлении уже начали работать, устанавливают автоматизированную доильную установку, например. Возьмем за пример молочную ферму, где коровы находятся под регулярным контролем и требуют максимальный уход и комфорт. Животноводы и ветеринары совместно решают, что в первую очередь необходимо приобрести. То есть зимнее время, когда в помещении оптимальная температура, необходимая для животного, то в летнее время, когда жарко, необходимо создавать ветер и влажность, чтобы снизить тепло. Ну, человек никогда не может понять, как для коровы хорошо, поэтому такой термометр, будем так называть, как климат-контроль, позволяет оперативно принимать решения. Установлены, можно сказать, самые современные по комфорту условия для животных. Это и маты для коров специальные, мягкие, с хорошей теплоизоляцией, чтобы и зимой с коровы не замерзали, чтобы не застужали вымена. Также здесь установлена и современная, даже здесь, в Казахстане, самая современная вытяжка, система, автоматически регулируемый микроклимат, то есть устанавливаешь, задаешь определенную температуру и, соответственно, прохладно или теплее здесь полностью регулируется, создаются более комфортные и благоприятные условия для коров. На каждую корову будут установлены респондеры, которые будут считывать информацию о животном, ее номер, соответственно, по каждому животному у нас будет полный набор информации для отслеживания дальнейших каких-то ветопераций, либо составления рационов и так далее. Технологии пришли в Казахстан с девизом «Увеличить доходность производств и до минимума снизить человеческий фактор». Казахстанские агробизнесмены уже проверили на себе действенность этой теории. Хотим со следующего года начать использовать электропастухи. Появятся свои работники свободные, которые будут заниматься животноводством непосредственно. А за животными будут смотреть уже компьютер. Меньше стрессов для животного, когда это все происходит без человека. Когда человек не лишний раз скот не трогает. Скот может спокойно подойти, покушать, не пугаясь каких-то посторонних факторов. Отметим, что стресс негативно сказывается на продуктивности коров. Буренка может не додать несколько литров молока только потому, что в ее окружении может оказаться раздражитель. Но, конечно же, все зависит от типа ее поведения. Результаты исследования выявления влияния стресс-факторов на молочную продуктивность коров показали, что животные спокойного типа меньше всего реагируют снижением удоя на стресс. Разница составила всего 0,86 килограмма. Наибольшее влияние выявлено у боязливых буренок. Их продуктивность снизилась на 20%. Стресс оказывает влияние и на жирность молока. В Казахстане появляются крупные животноводческие смарт-фермы, которые гарантируют наибольший экономический эффект. Первая автоматизированная система, внедренная отечественными животноводами в Казахстане, была SmaxTech. В ее задачу входит отслеживать физиологическое состояние скота и pH-среду, продуктивность и лучшее время для осеменения маточного поголовья. Система SmaxTech, которая позволяет на ранней стадии выявлять кетоз и ацидоз, что, соответственно, можно за счет кормления, изменения рациона решить эту проблему. Что касается воспроизводства, то здесь на рынке очень много различных продуктов, компании, которые представляют шагомеры, и по активности животных можно определять половую охоту.
Подобные системы незаменимы для ферм с поголовьем от 100 и выше. Существуют разработки, способные определять качественный состав молока по протеину, белку и жиру. Можно легко отслеживать и кетозное состояние животных, самостоятельно следить за изменениями этих показателей. Современный рынок насыщен огромным ассортиментом различных разработок, нацеленных на сохранность и продуктивность скота. А фермер волен выбирать как по возможностям технологии, так и по их ценникам. Такие программные продукты и оборудование, конечно, очень дорогое на рынке. Но если такое большое хозяйство, где 400-600 голов и более, то это незаменимая вещь на сегодняшний день. Цифровизация позволит повысить конкурентоспособность и производительность труда, обеспечить пищевую безопасность и привлечение инвестиций в отрасль. В целом, по подсчетам Минсельхоза, экономический эффект внедрения инноваций в производственный цикл сельского хозяйства до 2025 года составит порядка 40 миллиардов тенге. Ученые называют две основные проблемы животноводства Казахстана – это кормление и воспроизводство. Подобные системы успешно находят им решение, но все же необходимо начинать с основного – укомплектовать ферму базовым набором техники. Чтобы видеть результат, в первую очередь, это автоматизацию процессов надо налаживать. Кормоприготовление, чтобы весь перечень оборудования был, начиная с сеялки, комбайна, почва орошения и так далее, чтобы заготовить качественные корма. Качество измельчения, содержание рациона было от 10 и больше, более компонентов. Чтобы было автоматическое навозоудаление, чтобы не ездил здесь часто трактор, чтобы загазованности не было. Более того, бизнесменам предлагают обратить особое внимание на расход кормов, который также можно контролировать автоматической системой. Коровы получают ровно столько корма, сколько полагается по точно расписанному рациону. Существует такая проблема, когда механизаторы не могут сами проконтролировать погрузку и подачу кормов для животных. Они начинают корма эти засыпать на глаз. Наша система, она что позволяет? Она позволяет точно отследить рацион животных. Без четкой корректировки в подаче кормов у коровы могут возникнуть нестабильные привесы и удои молока. При распределении кормового стола стабильность этих показателей гарантируется. Сама базовая станция, которая устанавливается в офисе, в этой станции сам зоотехник, либо специалист по кормлению формирует рацион. На корморозачке установлен весовой терминал. С помощью этого терминала идет контроль работы механизаторов, то есть терминал отслеживает, сколько кормов было загружено в кормораздатчик и какие корма были загружены. Современные разработки – удовольствие не из дешевых. Но экономический эффект, получаемый от цифровых решений, позволяет фермам больше экономить и больше производить. Оно уже окупается. Те же самые идентификационные чипы, которые мы вот ставим своим телятам новорожденным, это уже полнейшая идентификация. Даже если завтра где-то бирка потеряется, что-то, эти чипы электронные, они в любой момент сканером, вы сами сегодня видели, сканером провел, определил номер чипа и тем самым идентификационный номер этого животного. А раньше же как, были просто чипы, эти бирки, скот зашел в посадку, где-то потерся об дерево, об стенку, этот чип, бирка потерялась, потом нету идентификации, какой номер у него был. А так чип никогда не потеряется подкожный. Существует ряд базовых условий для использования цифровых технологий. Это инфраструктура, доступ к интернету и электроснабжению, финансы и уровень образования. Доступ к инновациям может дать мелким фермерским хозяйствам преимущество в формировании стратегии развития, создании партнерских отношений и возможность получения услуг поддержки. А главное – доступ к рынкам и потребителям.